Глава 15 книги притчей Соломоновых. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.